Я не знаю, а чего люди боятся? Ну смотри, можешь себя прыгать, я же, кстати, монтаж. Бывший. Камера хорошая здесь стоит, да? И как на телефоне? А вообще желающих много бывает? Все хотят, а, адреналин? Как хочешь, так делай. Летаю так, как будто ты сам летаешь. В высоте орлиного полета, а? Ну, если бы мы должны летать, мы же это лица кавказской национальности. И да, никто там. А? Теплый воздух, это где? Когда тепло, это хорошо? Такие вещи любить надо. Какая максимальная высота для нас? Не идет или не идет? Не идет?
идет или что? Атмосфера. Воздух. Лето тоже выйдет, да? Сколько живешь здесь уже? А вот этот парень, как он? Некоторые любят жить так, некоторые любят воровать, некоторые убивать, грабить. Ну, каждому свое что-то Бог дает. Такой ветер, а? А я сюда подумался. Вот это Шотару Ставин, слышал, да? Он же похоронен в Израиле. Он пешком, в Тбилиси, через горы пошел. Пешком, когда же не было, были-то получены. И он пешком через Бенуал, через арабские страны, да, и похоронен в Иерусалиме, возле какого-то монастыря или чего-то. Он же христианин. Здесь чаще есть в ресторанах, продают? Да. Вот сразу слышу, сразу 200 грамм чаще. Машина, как слышно, приехала. Еще беру. Хорошо, я понял. Нет, обманываю, не надо. А, вот, ничего себе, шуточки. Извини, не увидел, теперь увидел. А ты тебя? Не надо ехать. А ты тебя спрашиваешь? Как это вообще называется? Арабия. Арабия я знаю, это у Дермонтова. Видите, тигровые шкуры вроде. Да, он же единственный, кого не любил осетин. По истории говорю. В советское время во всех городах был памятник Дермонтову, в осетине. Почему он сказал одно слово? Хочешь оскорбить горца, назови его осетином. Из-за этого слова осетины его не любят. Даже улица Дермонтова нет. Другая канатка или точно другая что? Нет, канатка, да? А вы пока не поднимались. Это ты быстро? Сейчас что-то есть?
еще на одном месте стоим, не? На одном месте мы стоим. В Африке максимально.